Храм Воскресения Христова в Кубинке. Главный храм вооруженных сил России. Храм военный, посвящен ратным подвигам. Вот штурм Кёнигсберга. Посмотрите, вот флаги подлинные и взяты из музеев. Николай Чудотворец. Вот Калашников. Разные вооруженные конфликты. Гражданская война в Китае, в Корее, вооруженные конфликты в Венгрии, Лаосе, Алжире, Йемене, война во Вьетнаме, Египте, Сирии, Мозамбике, конфликт в Югославии, Чехословакии. В общем, поэтому так все запечатлены. Вот здесь такая мощнейшая композиция. Все выдержано в таких тонах темных, немножко таких зеленоватых, потому что защитный цвет зеленый. Вот вооруженные бойцы, вооруженные те, бойцы вооруженных сил. Очень красиво все сделано, конечно, фантастическое. И что хорошо, что много света внутри, потому что прозрачные вот витражи, и поэтому внутри светло. И вот как, посмотрите, потрясающе. Иконостас, и вот над ним, как все сделано, все сияет в золоте. Троица. Я попал как раз среди число приглашенных, вот, которым разрешили снимать. В главном храме вооруженных сил в Кубинке. Всем привет, до свидания, приезжайте, очень красиво.